Можно ли выучить 3000 слов за 300 дней? Я провожу такой эксперимент на себе и в течение 300 дней изучаю английские слова. Делаю это с помощью методики фонетических ассоциаций, которую я... Методику ассоциации посмотрел, фонетических ассоциаций... сам придумал. И, значит, что я делаю? Я собираю слова в блоки, к блокам делаю озвучку, озвучку и слова размещаю в Телеграме, который у нас по ссылке в описании. Значит, кому нужны эти слова, пожалуйста, заходите. Сегодня блок 48, собираю дальше слова. Итак, мы остановились на том, что... у нас слова из четырех букв закончились. Теперь работаем со словами из пяти букв. Отсортируем... Ой, не надо. Отсортируем то, что есть. Чтобы не смотреть постоянно одно и то же. Вот нолики куда-то пропадают все время. Куда нолики пропадают? Слова с ноликами куда-то пропали. Ну, что за дела? Нолики – это слова, с которыми я работаю. Итак, ладно. Куча. Куча – хорошее слово. Берем его. Pile. Берем и пишем pile, чтобы выяснить, какая транскрипция. Pile. Напишусь. Pile. Pile. Окей, pile берем. Транскрипцию бах. Куча. Наваливать. Куча. Pile. Look at... Gabriel looked at the pile of papers unconvinced. Да, pile of papers – это хорошее предложение. Теперь нужна ассоциация. Нужно слово, которое будет фонетически напоминать слово pale. Pile. На «а»? На «а»? Pile. 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 Что такое? Какое слово по-русски звучит как pile? На pile. Pile. Куча. Или навалил. Не, ну куча, да? Куча. Чего? Вообще pale это бледный, да? Бледный поил. Зомби. Это ассоциация, которую мы придумали в прошлый раз. Но там pale, поил. А pile... Какое слово по-русски также звучит фонетически? Pile. Парил. Паял. Пайл. Паял. Куча паяльников. Паяльников. Паял. Отлично. Ха-ха-ха-ха. Начало хорошее сегодня. Куча паяльников. Представить легко. Ну давай. Значит, следующее слово берем не на букву П, а на какую-то другую букву. Что-то. Rope. Rope, ну понятно, скакалка, веревка. Such. Такой же. А, подожди, почему единица? Ноль. Единица должна быть. Единицу ставлю там, где мне слово знакомо. Such. Такой же. Принять. Adopt. Это надо запомнить. Вроде знакомое, но так сразу не вспомнишь. А нам надо... Adopt. Adopt. Принять. Adopt. 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 Transcription. Adopt. Принять. Пример нужен, пример. Принять. Какой пример возьмем? Какой пример отсюда мы возьмем? Your father didn't adopt him until he was 3 years old. Допустим. И фонетическая ассоциация. Принять, adopt. Принять, одобрить? Принять. Вообще принять. Одобрить. Одобрить.
одобрить, adopt, птицу. Ну, какая-то такая. Главное, чтобы вспомнить хвост слова. Одобрить птицу, adopt. Главное, чтобы запомнилось. Все остальное фигня. Окей. Столько слов много, что таблица тормозит. Это значит на A. Значит, теперь на B надо. Badly. Badly? What does it mean badly? Типа плохенько. Badly. Badly ужасно. А что, я неправильно написал? Подожди-ка. Да, badly, плохо. Badly. Badly. Ну, прилагательное. Ну, короче, учить особо отдельно не вижу смысла. Basic. Базовый, да? Основа, база, basic. Basis. Ну-ка, basic тогда как переводится у вас? Основной, да, основной. Basic. Это все понятно. Понятно, пляж. Beach. С произношением тут, конечно, вопрос. Потому что beach – это сука. Beach. Пляж. И как их различать? Ну ладно, пока хер забить. Begin начинать. Being. Суть. А что такое, почему being – суть? Существование. А, being. Существование. Но тоже смысл понятен. Вниз, below. Вот это интересно. Вниз. Below. Знаю ли я? Ну, я это не очень хорошо слово знаю. С английского на русский без проблем. Вот с русского на английский это жопа. Поэтому включаем его в нашу AB. Below. 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 Now let's go below. Ну чё below? Надо было написать. Ой. А вот вопрос. Below, ниже. Просто вниз давай. А, теперь пойдем вниз, да? Ну. Снизу. Надо, чтобы был какой-то ориентир. То есть под что вниз? Пониже чего, например? One step below here. На одну ступеньку вниз. I got right below your shoulder. I got right below your shoulder. Ну вот, да, какой-то ориентир должен быть, чтобы понятно было, что это слово про позиционирование вниз. Так, и как теперь сказать по-русски вниз? Снизу. Below. Снизу белое. Снизу. Снизу белое. Below. Below. Yeah. Снизу. Снизу белое. Но. Вот это круто. Ха-ха. Это круто. Снизу белое. Below. Окей. Скамейка. Bench. Ну, вроде как тоже знакомое слово. Скамейка. Bench. Смогу ли я его вспомнить сразу? Скамейка. Bench. On the bench. А русская фонетическая ассоциация какая может быть? Be.
Бедный человек. На скамейке бедный человек. Ну-ка попробуем. Скамейка, бенч. Скамейки, бедный человек. Look like it's time for me to get off the bench. Это понятно, как звучит. Я просто подумал, что надо все слова печатать. Хотел сначала удалить только часть, но потом решил, что надо печатать слово полностью. Bench. 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 Окей. Окей. Пиу, пиу, пиу. На скамейке белый человек. Бедный человек. Бедный чел. Бедный ч. Окей. Хорошо. Годится такая ассоциация. Так, а почему я два слова на «б» взял? Надо следующую букву. Это нехорошо. Chair. Стул. Chart. Ну, в принципе, понятно. Chart. Понятно, но перевести на русский не могу. Идея понятна, что это такое? Диаграмма. Да, наверное, надо его взять тогда, раз такое слово. Если сразу не воспроизводится. Диаграмма. Chart. Тут пишем тоже. Chart. 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 Почему ты так коротко говоришь, если здесь длинно? Chart. Напишено длинно. Говори длинно. Так, пример. Chart. Диаграмма. A projection chart. You never know when you might need to make a pie chart. Ну, неплохое предложение такое, интересное. Pie chart. Так, диаграмма. 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 Чартов. Музыкальных чартов. Диаграмма чартов. 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 Популярных чартов. Популярных чартов. Диаграмма популярных чартов. Чарт. Да, нормально. Главное, чтобы вспомнилось. Все остальное фигня. Оу, е. Сиди должно быть дальше. Depth. Глубина. На хорошее слово берем. Depth. 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 Ой, не то. Вот это то. Some of these topics and many others are covered in greater depth in the comp... Блядь, сильно долго. Должно коротко быть. Да. Да. А, промазал. Еще раз. Depth. Глубина. Глубина. Так, утес уходит в глубину. The rocks went on into the depth. There was such a depth of it. Ну ладно. Допустим.
Глубина. Депо. Глубина. Или глуб... А, глуб... Б-б-б-б-б-б. Какие еще? Глубина, высота. И глубина, и высота, и толщина. Охренеть, одно слово. И высота, и толщина. Ё-моё. Толщина, высота. Охренеть. Как так можно одним словом все назвать? Так. Глубина, депо. Окей, депо. По, ну, этот вот звук «с» никак я не воспроизведу, наверное, поэтому оставим его как есть. Ctrl-V, говорю. О, не скопировалось. Вот же ж, зараза. Так, так, подожди. Ёб твою мать. Бляха-муха. А, сука, ёбана в рот. Оттуда надо убрать лишнюю херню. Вот. Глубина депо. Копируем. Ctrl-C. Ctrl-V. Поехали дальше. С глубиной все понятно. Enjoy. Типа наслаждайся, да? Enter. Вход. А entry. Ну-ка, проверяем. Enter. Enter — это входить. Ну, один хер. Равный. Equal. Equal. Вроде понятно. Error — ошибка. Essay. Ну, так как бы эссе, блядь. Эссай. Эссай. Сочинение, да? Надо бы запомнить. Сайт вроде просто. Но так сразу в голову не приходит. It's a good essay. Как пишется? Давай теперь напишем. Эссай. Эссей. Эссей. А, ударение на первый слог. Essay. Это важно. It's a good essay. Сочинение. Эссе, блин. Не-не. Эссе. У нас так и говорят. Эссе. Сочинение. Эссе. Так, нолик есть, нолик есть. Field, поле. Поле, да, field. Fifth, пятый, 50. Fight, драться, окончательный, final. First, первый, flame. Flame, fire. Flame. Пламя. Огонь. Это надо разобраться. Я вообще сторонник одного слова, конечно. Одного значения. Потом другое значение можно будет прикрутить отдельно. Да что такое flame? Flame. 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 He's picked up the flame, and we've no idea who he is. My heart is flame. Мое сердце пламя.
Well, the flame top is his favorite. А, это вообще имя какое-то. Давай пламя. Покажи только пламя. Блядь, длинные слова, давай короткие. The whole island was shadowed with flame. Ну ладно, допустим. Пламя. Фламинго. Пламя хватило фламинго. Пламя. Флейм. Фламинго. Пламя на фламинго. Вот так вот. Фламинго. Так. Все-таки примеры хочется, конечно. Хотя бы чуть-чуть примеров. Куча, вниз, скамейка. Диаграмма, глубина сочинения пламя. Значит, на скамейке лежала куча. На самой глубине скамейки лежала куча. Adopt. Ее приняли за диаграмму и написали сочинение охватило пламя. Ну что-то такое. А вот это я хочу сделать. Хоп. Хотя бы по-русски. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, что-то 8 слов получилось. Ну, как бы и ладно. Так, блок 49. Продолжаем разговор. Flash. О, плоть. Это вообще какое-то незнакомое слово. Flash. Flash. Flash это вспышка. Да, это вспышка. Откуда тут плоть взялась? Ошибочка, наверное. Вот вспышка, как флэш, это я знаю. Вспышка. Это я знаю. Float. Надо запомнить. Float. Да, блядь. Float. Плит. Float. 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 If they are made of iron, how can they float? Типа, если это сделано из железа, как это поплывет? Да. If they, они, да, if they. Так, слава, 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 слово, слово. Плыть. Флотом. Плыть. Флоти. Флотилией. Ну или флотом. Флотом. Плыть флотом, да. Флот. Нормально.
Близко по значению. Бэм. Бэм. Давай, давай. Level – уровень. Floor – этаж. Focus – внимание. Force – energy. Force – ну, вроде знакомое, но надо разобраться. Force. Да что такое? Force. Force – сила. Force – сила. И force – force. Force. The great life-giving force of the universe. Ну, это какое-то абстрактное предложение. Просто сил давай какой-нибудь. They simply force. They simply force their way in. And he's too polite to object. Слишком вежлив, чтобы возразить. Ну, допустим. Сила форсажа. Сила форс. Форс-мажора. Сила форс. Форсажа. Форсунок. Форсунок. Это какое-то, какая-то ассоциация. Сила форсунок. Форсунок. Ну, пусть пока так. Если знаете, как лучше подобрать слово, пишите в комментариях. Дальше, 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 дальше. Гуэй, гуэй, гранд. Grand. Великий. А как звучит? Grand. 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 Великий. It's the grandest profession in the world. Величайшая профессия, да? It is the, it's okay, grand, великий. Кто великий? Великий гран. Гран. Кто? Кто великий? Великий грандиозный. Грандиозный. Великий грандиозный кто? Великий грандиозный град. Великий гран. Гра. Великий грандиозный кто? Чтобы представить-то, ё-моё, кого-то надо представить. Великий грандиозный гра. Грач пусть будет, блядь. Гра. 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 Грач. Как грач выглядит, надо посмотреть. Похож на ворону. Ну, а это птица рода воронов и есть, да? Окей, это хорошо. Великий грандиозный врач. Великий гранд. Гранд. Можно, конечно, знаете, гранд Чероки. Великий гранд Чероки. Тоже вариант, между прочим. Да, может быть, это даже Чероки. Гранд Чероки. Наверное, так будет лучше.
Потому что грача я еще хер вспомню, а вот Гранд Чироки это легко. Великий Гранд Чироки. Окей. Надо нолики только ставить. Grand. Hurt. Это... Heart – это сердце. Heart. Ну-ка. Heart. Да, это сердце. Heart. Ну, вроде знаю. Тяжелый – heavy. Hello – привет. Мед – honey. Honey – честь. Honor. Your honor. Not for honor and glory. Честь. Надо запомнить. Honor. 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 Yes. Honor. Your honor. Так, пример тут какой-то, блядь. Ой. Не понял. А, honor. Да и это ведь по... Честь. Your honor. I shall have the honor to present. I shall have the honor to present to you what you asked me for. The truth. Окей, это хороший пример. И ассоциация. Честь. Честь. Honor. Honor. Честь. Блять. Честь, honor. Честь, честь, честь. Анорексия. Честь, анорексия. Анорек. Анор. Анор. Анорек. Как связать честь и анорексию? Честь. Блять. Как их связать? Честь и анорексию. Честная анорексия. Да, ну допустим. Вообще честь и честная — это немножко разные темы. Честь достойна анорексии. Слово достойно лезет лишнее. Честь. Honor. Honor. Он. Хотя бы первые два звука. Он. Честь. Он. Антрополога. Блять, длинное слово. Дай хуй с тобой. Честь анорексии. В конце концов, your honor. Запомнить легко. Бывают слова, которые хер придумаешь ассоциацию. Да и хер с ним. Внутренней глубины, inner, inner, ну как бы вроде понятно. И Ираки, и Irish, ирландский, вопрос, выпуск, issue. Вот это, блядь, вот эти слова, это issue, who issue, блядь. Issue. Issue. Issue.
Ищу, ищу. Ищу, ищу. It's a complicated political issue, my son. Вопрос. Вопрос. Ищу в... Вопрос ищу где? Ищу где вопрос? Ищу в себе? Вопрос ищу в себе. Окей. Нормально. Главное запомнить комбинацию. Вопрос ищу в себе. Где ищу вопрос? В себе. Ищу. Вопрос ищу. E-L. Least. Last but not least. Это понятно. Label. Label. Label — это то, что я думаю. Ну, как бы лейбл. Компания. А, ну эти этикетка, да? Нет, нихуя. Я такого не знал. Лейбл, этикетка. Вроде простое слово. Лабебел. Лейбл. 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 Этикетка. Лейбл. Этикетка. Look at the label. Надо продолжить предложение. Look at the label on your... как это называется, блядь? Майка, сука. На вашей майке. Скёрч. T-shirt. Yes. Look at the label on your T-shirt. T-shirt. Этикетка. Этикетка. Нашего лейбла. Нашего лейбла. Да, этикетка нашего лейбла, нормально. Или лейбла. Этикетка лейбла. Какой у нас популярный лейбл? Black Star какой-нибудь, блядь. Да, этикетка лейбла. Black Star. Давай, возвращайся. М, match, спички. И match, матч. Ну, вроде понятно. Мэр, мэйор. Мэйор. Мэр, мэйор. Мэйор. Мэр, Майами. Да, так и запомнил. Мэйор of the city. Мэр Майами. Майами. Мэр Майами. Мэр. Мэр. Или мэр майор, наверное, лучше даже. Мэр майор. Мэр. Мэр майор. Майор. Да, блядь. Мэр майор. Да, так лучше будет. Мэр майор. Хич, хич. И. Мэр майор. Так, осталось что там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, все, that's all. Осталось, значит, одно предложение на русском сделать и все. Мэр плыл. Великий мэр. Великий мэр. Плыл в честь выпуска этикетки. Этки. Великий мэр плыл со всей силы. Плыл во всю силу. Во всю. Всю силу. В честь выпуска этикетки. Нормально.
Все, мы как бы этим предложением отсекли этот блок. Что это законченный блок. Так, теперь надо его озвучить. Вся озвучка в телеграм-канале. Коротко, за одну минуту. За одну, за две минуты. И проверка там же. И с русского на английский, с английского на русский. В общем, на один блок можно потратить буквально 4 минуты. А не смотреть целый час, как я тут мудохаюсь. Так, сначала надо картинку. Делаем картинку. Сначала картинка 48 блока. Потом другого. Хрясь. Бах. Бах. Так, да подожди, ты подожди. Бах. Бах. И теперь озвучка. Блок 40. Отстань. Блок 48. Куча. Или навалить. Pile. P-I-L-E. Куча паяльников. Навалена куча паяльников. Gabriel looked at the pile of papers, unconvinced. Looked at the pile of papers. Принять. Adopt. A-D-O-P-T. Принять, одобрить птицу. Your father did not adopt him until he was 3 years old. Вниз. Below. B-E-L-O-W. Внизу белое. I got right below your shoulder. Скамейка. Bench. B-E-N-C-H. На скамейке бедный человек. Looks like it's time for me to get off the bench. Диаграмма. Chart. C-H-A-R-T. Диаграмма популярных чартов. You never know when you might need to make a pie chart. Глубина. Depth. D-E-P-T-H. Глубина депо. The rocks went on into the depth. Сочинение. Essay. E-C-C-A-Y. Сочинение, эссе. It's good essay. Пламя. Flame. F-A-L-M-E. Пламя на фламинго. The whole island was shuddering with flame. Блок 48. Проверка русский-английский. Куча. Pile. Принять. Adopt. Вниз. Below. Скамейка. Bench. Диаграмма. Chart. Глубина. Depth.
Сочинение. Essay. Пламя. Flame. Ну вот. 2 минуты на описание слов и 1 минута на проверку русский-английский. Ну, английский-русский тоже самое, 1 минута. То есть в Телеграме очень удобно быстро-быстро все слова вспоминать и использовать. Это я вот мудохаюсь по часу с каждым блоком. А так зашел и все готово. Блок 48, проверка английский-русский. Pile. Куча. Adopt. Принять. Below. Вниз. Снизу. Bench. Скамейка. Chart. Диаграмма. Depth. Глубина. Essay. Сочинение. Flame. Пламя. Блок 48. Русское предложение. На самой глубине скамейки лежала куча. Ее приняли за диаграмму и написали сочинение. Сочинение охватило пламя. Надо же включить интернет, ё-моё. Чтоб все слова загрузились куда надо. Так, это был блок 48. И поехали 49. Сначала картинка. Картинка нужна, чтобы помнить, как слова пишутся. Все, просрался. Поехали. Блок 49. Плыть. Float. F-L-O-A-T. Плыть флотом, флотилией. If they are made of iron, how can they float? Сила. Force. F-O-R-C-E. Сила форсунок. They simply force their way in, and he is too polite to object. Великий. Grand. G-R-A-N-D. Великий Гранд Чероки. It is the grandest profession in the world. Честь. Honor. H-O-N-O-R. Честь анорексии. I shall have the honor to present to you what you asked me for, the truth. Вопрос. Issue. I-S-S-U-E. Вопрос ищу в себе. It's a complicated political issue, my son. Этикетка. Label. L-A-B-E-L. Этикетка лейбла Black Star. Look at the label on your t-shirt. Мэр. Mayor. M-A-Y-O-R.
Мэр майор. Mayor of the city. Блок 49. Проверка русский-английский. Плыть. Float. Сила. Force. Великий. Grand. Честь. Honor. Вопрос. Issue. Этикетка. Label. Мэр. Mayor. Mayor. Блять. Может быть, я неправильно транскрипцию записал. Mayor. Все правильно. Так, надо транскрипцию убрать. Не из ебаного Яндекса, а из нормального Кембриджа. Mayor. Проверка. Блок 49. Проверка английский-русский. Float. Плыть. Force. Сила. Grand. Великий. Honor. Честь. Issue. Вопрос. Label. Этикетка. Mayor. Мэр. Так, и теперь... Блок 49. Русское предложение. Великий мэр плыл во всю силу в честь выпуска этикетки. Все. Слова готовы. В Telegram загруженные. Можно брать и пользоваться. Надо. Я повторяю утром несколько раз днем. В машине еду, включаю. Потому что занимает 5 минут. И быстро все слова освежаются в памяти. Это супер-мега удобно. Рекомендую. Заходите в Telegram-канал.